Разберем с нашего основного упражнения приседания и все его нюансы. Сложнейшая часть приседания – это подъем. Именно здесь появляются ощущения, что рабочий вес вот-вот заставит вас накрениться вперед и разрубит пополам перед тем, как прибить к полу оставшуюся часть позвоночника. К тому же именно здесь важно сохранять общее напряжение и действовать настолько быстро, насколько это возможно. Частая ошибка – это отбив в нижней точке амплитуды и использование инерции для выхода из приседа вместо развития настоящей силы подъема. По этой причине крайне важно выполнять вспомогательные упражнения для развития силы в нижней точке амплитуды приседаний, для того, чтобы полностью избавиться от инерции. Для выполнения просто сядьте до упора и сделайте паузу от 1 до 3 секунды перед тем, как реверсировать движение. Это устранит отбив, а также заставит вас сохранить напряжение в нижней точке и завершить движение во взрывной манере. Если вы тренируетесь вместе с напарником, то он может следить за глубиной приседа и отсчитывать секунды. Если тренируетесь в одиночку, то можете считать до 3 про себя. Неважно, насколько быстро вы считаете, поскольку досчитав до 3, пауза составит по крайней мере 1 секунду. Возможно, сейчас вам кажется, что в этом нет особой разницы. Однако, дополнительная секунда в нижней точке может показаться вечностью, когда на спине лежит пара сотен килограмм. Напрягите спину. Когда берете гриф, оттопыривайте мизинца. Это позволит установить запястье и плечи в более эффективную позицию. Обхватите гриф большими пальцами и держите его как обычно, а мизинца расположите под ним. К этому нужно немного привыкнуть, но этот небольшой момент может оказать существенную помощь тем, кто имеет проблемы с плечами и хочет приседать с прямым грифом. Еще один способ усиления верха спины и мышц суставной сумки плечевого пояса, а также тренинг для улучшения работы плечевых суставов. Это тяги на блоке. В этом упражнении мне нравится использовать эластичную ленту, так как ее по-настоящему можно растягивать. При этом также прорабатываются задние дельтовидные мышцы. Если у вас нет такой ленты, то подойдет и канатная рукоятка для трицепсов. Для полноценных приседаний крайне важно тренировать бицепсы бедер, чтобы развить сгибание коленного сустава и разгибание в тазобедренном суставе. Приседания с полной амплитудой движения – это великолепный способ увеличения размеров мышц. Но проблема заключается в том, что большинству людей не хватает подвижности лодыжек, бедер, грудного отдела, позвоночника и плеч для поддержания правильного положения. Используйте локти, чтобы развести бедра и получить по-настоящему интенсивную растяжку приводящих мышц бедра. Сфокусируйтесь на том, чтобы поднять грудь выше, а позвоночник держать в нейтральной позиции. Одна из распространенных ошибок – это слишком выпрямленная поза в приседе. Попытайтесь добиться того же угла, который возникает в приседаниях со штангой. То же самое можете делать на боксе, если вам необходимо улучшить баланс. Выведение коленей наружу заключается основа приседаний, и это еще один способ увеличить их глубину, поскольку при таком положении коленей корпусу ничто не мешает, поэтому опускаться будет легче. К тому же так колени будут находиться в правильной позиции. Если у вас с этим проблема, то может получиться так, что вы будете приседать слишком широко для своей текущей мобильности. А если использовать узкую среднюю постановку ног, то в плане силы пострадают внешние вращательные и отводящие мышцы. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!